Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Honda CR-V. Автомобиль приехал к нам обработать днищем. Днище у нас уже обработано. Показываем конечный результат, что у нас по итогам получилось. Это максимально обрабатываем поверхность. Обработка идет непосредственно самого только кузова. Ни силовые, ни рабочие агрегаты мы не трогаем. Толщина данного компонента достигает 4 миллиметров. Задняя часть также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас соберем пластик и дадим машине отстояться где-то около 3 часов. Лишь только после этого автомобилем можно будет пользоваться. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!